Комара считают разносчиком инфекционных заболеваний. Он может попасть из других мест обитания в Сочи, поскольку люди чаще стали путешествовать по миру, завозится из других стран товар и растения. Заслон насекомому, причем проверенный временем, решили поставить в Сочи. Всем известно, что благодаря гамбузии в 1956 году окончательно удалось победить малярию, свирепствовавшую на Черноморском побережье Кавказа. Борьба с малярийным комаром велась 30 лет под руководством врача Сергея Соколова. Великий патриот Сочи, доктор Соколов, своим трудом, тем, что он проявил инициативу, привез эту рыбку из Абхазии. И потом долгое время, до 1956 года, вместе со всем народом, с детками, со школьниками, вместе всенародно тогда смог из малярийного города превратить цветущий сад, наш город. Замечательный, без комаров. Анатолий Пахомов призвал всех жителей Сочи продолжить дело известного бактериолога. Именно сейчас, когда о комаре заговорили, как о переносчике вируса Зика. В курортном Сочи ни одного такого случая не зафиксировано. Тем не менее, власти города решили действовать на опережение. В массовом порядке разведением рыбки занялись преподаватели и воспитанники эколого-биологического центра, который, к слову, носит имя Сергея Соколова. Мы постарались соблюсти условия естественного водоема, потому что именно в естественном водоеме рыба и лучше плодится, и может и сохраняется в течение длительного времени и может перенести какие-то сложности, в частности, похолодание, понижение температуры. И вот как бы она начала разводиться потихонечку. За полтора месяца рыбы стало больше в 8 раз. Своеобразный мастер-класс по разведению гамбузии провели для юных любителей природы. А общественникам, руководителям садовых обществ, тосовцам, управляющим компаниям были вручены не только памятки, но и емкости с рыбкой. В наше территориально входит два озера, два маленьких озерца на улице Яна Фабрициуса. Поэтому прямо сейчас мы едем и эту рыбку запустим в одно озеро и во второе. То есть минут через 10-15 эта рыбка уже будет плавать у нас в озерах. Но не только гамбузия будет бороться с комарами. Большая надежда и на быстро растущие эвкалипты, которые осушают болото и только за один год могут вырастать почти на 5 метров. В рамках акции будут высажены сотни саженцев эвкалипта. Такое поручение мэр города дал управлению лесопаркового хозяйства администрации курорта. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.